Вначале я хочу рассказать про мой второй канал под названием Best of the Best. Исходя из названия, можно понять, что на нем будет публиковаться информационный контент, связанный с самыми дорогими вещами в мире. Это самая дорогая недвижимость, авто, шмотки, богатые люди и все в таком духе. Кроме того, будет мотивация на заработок. Довольно популярная тема в 21 веке. Буду ждать вас там. Ну а я перехожу к новому видео. Добро пожаловать на обзор мода для Bus Simulator Indonesia. Предыдущие две серии набрали очень много просмотров, поэтому буду частенько снимать эту тему. Итак, сегодня у меня на обзоре будет Man Evacuator. Гайд по установке я уже снял, помимо этого гайда я сказал, где брать все эти моды. Вот вам подсказочка. Все это в одном видео. Обязательно посмотрите, если у вас что-то не получилось, это не значит, что я объяснил что-то не так, ибо у 90% игроков благодаря моему видео все отлично получилось. Просто следуйте всем указаниям внимательно. Фух, приступаем. Вот этот ман сегодня я буду, так сказать, обозревать. Что ж, внешне модель проделана на 5 с плюсом, текстуры лежат ровно и правильно. Мелкие детали мало того, что присутствуют, они еще и проделаны замечательно. Вот вам, к примеру, покажу задние рессоры. Просто посмотрите, детализация на высоте и задний фаркоп тоже. Вот все заглушки проделаны. На данной модели проделано все на 5 с плюсом. К внешке претензий вообще 0. То есть вот такая вот рабочая машина, ман. Тут у него даже есть башмаки. Что ж, заходим в салон, и перед тем, как зайти, хочу сразу показать одно но. У этой модели нету дверных карт, это ручки, кнопки стеклоподъемника, их, к сожалению, нет. Но в глаза это особо не бросается. Что ж, садимся в салон. Так, смотрим. Итак, ну тут все дальше проделано хорошо, не считая дверных карт. Приборная панель вся подсвечена, то есть включаем поворотники. Индикаторы тоже срабатывают, есть навигатор. Зеркала у модели тоже проделаны с обеих сторон. Причем пока что вообще значимых минусов у этого мана я не вижу. Итак, теперь посмотрим от третьего лица, что у этого грузовика делается. То есть поворотники у него работают, свет тоже. Когда мы включаем аварийки, у нас включаются параллельно мигалки. То есть это тоже такая вот дополнительная функция к моду. Все работает. Можем поморгать фарами. То есть тоже тут с анимациями, со всеми здесь тоже дело состоит очень хорошо. На цифру 1 у нас открывается дверь. Можем ее открыть, закрыть. На цифру 2 у нас складываются зеркала заднего вида. Также можем открыть пассажирскую дверь. Там лежит жилетка специально. То есть к нам может сесть пассажир реально на остановке. Он садится и может ехать с нами. Ну и самое интересное, это анимация на цифру 3. У нас появляется такой вот грузовик на платформе, который сломался, Mitsubishi. Вот, то есть можно РПшки снимать. Выглядит это все очень так реалистично. Что ж, садимся в салон, еще покажу анимацию. Вот, зеркал заднего вида первого лица так вот складывается. Ну, в общем, все понятно. Все, ребята, выезжаем, снимаемся с ручника. Сейчас немного прокатимся. Здесь у нас пропускают автобусы, нас здесь целую пробку собрали уже. Так, выезжаем. Ну, в Индии не так уже просто выехать, конечно, здесь трафик не как в мотор-депо, здесь он прямо прет и прет. Просто так не выедешь. То есть тоже по ходу у грузовика все нормально. Единственное, но не знаю, нормально ли это для эвакуатора, 130 км в час. Так, у нас прогружается карта, мы сейчас выйдем очень далеко уже куда-то на автостраду, за город. Вот, а, ну здесь другой город начинается, как-то так. Ну, в общем, сами смотрите, мод проделан очень качественно. Там, где брать эти моды, я уже снимал видео. Вот те, кто его смотрели, знают, что это группа, поэтому ссылочка на данную группу в описании. В ней нужно брать моды, но перед тем, как эти моды брать, нужно посмотреть гайд. Как уже говорил, подсказочка в начале видео была, и ссылка в описании на мой гайд тоже есть. Поэтому переходите по ссылке и смотрите, как устанавливать
моды. И сразу говорю, следуйте всем пунктам внимательно. Я говорю все правильно, так как я даже на видео показал, что у меня все появилось. И не только у меня. Что ж, вот такой вот мод сегодня мы посмотрели с вами. Поверьте, в той группе модов в 20 раз больше. Их там просто куча. Поэтому на самые интересные, необычные и качественные моды я буду снимать обзоры. Сегодня мы обозревали Ман Эвакуатор. Что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. Встретимся в следующем видео.